Орловские спасатели провели очередную тренировку на огневой полосе психологической подготовки. Обстановка там приближена к реальным боевым условиям во время пожара или ликвидации чрезвычайных ситуаций. Даже во время имитации ЧС пожарным приходится оперативно мыслить и, позабыв страхи, пробираться сквозь горящие препятствия. Данное занятие проводится с целью повышения уровня профессиональной, физической и психологической устойчивости в защите.